Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН. У меня есть великолепная новость для тех ребят, у кого в хранилище были части сертификата на Игла 7. Да, ребят, такое может быть. Возможно, вы получали их из каких-то событий. Возможно, вы открывали контейнеры, которые есть в конце ежемесячных батл пассов, откуда можно выбить Игла 7, либо части сертификата на него. И я свои части сертификата именно так и получил. И на данный момент на Игла 7 у меня есть 60 частей. Мне не хватает 40. О чем это говорит? Говорит о том, что если вы в такой же ситуации, как и я, и у вас есть части сертификата, но на целую машину не хватало, то вам, как и мне лично, нет необходимости потеть в течение 10 дней, собирая целых 265 тысяч урона для того, чтобы забрать машину. Я предполагал, что когда будет этот квест, то в конце как раз будет просто возможность забрать машину, если набили соответствующий урон. Оказывается, нет, разработчики положили на каждый из чекпоинтов 50, 100, 150, 200 и 265, соответственно, по 20 частей сертификата. И таким образом вы собираете целую машину. Как я уже сказал, 60 частей сертификата у меня есть. Таким образом, у меня нет необходимости потеть на все 100 частей сертификата и набивать 265 тысяч урона. Мне лично достаточно сделать первые 2 чекпоинта, сделать 100 тысяч урона, добрать недостающие 20 частей сертификата и забрать себе машину. Скорее всего, и у вас также, посмотрите в своем хранилище, возможно, части сертификата на данную машину у вас есть. Как проверить? Просто нажмите на сертификат любой из тех, которые здесь есть в линейке, и вы увидите, сколько частей вы уже собрали. Вот такая вот великолепная новость для тех ребят, у кого части сертификата на Игл 7 есть. Я желаю всем исключительно побед. Желаю всем, даже у кого нет уже частей сертификатов еще, но они сделают 265 тысяч, желаю сделать это с легкостью и с удовольствием забрать себе премиумную машину 7 уровня. А на данный момент у меня все. Подписывайтесь на канал. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.